Всем привет, дорогие друзья, с вами, как обычно, Дэнни Тайс. Я решил записать для вас небольшой, так скажем, влог, как мы провели отдых в Турции. Ну, точнее, у нас уже сегодня подходит последний день, на улице не очень тепло. Хотя до этого было солнечно, 20 градусов, мы купались на море, купались в бассейнах. Сейчас я иду закупать сувениры, сладости, покажу вам, какие турецкие вообще сладости существуют, а потом покажу наш третий отель. Мы за весь отдых сменили три отеля. Третий отель очень хороший, ну и первый был хороший. Но пока давайте мы дойдем быстренько до супермаркета, который находится около нашего отеля, и после уже закупимся немножко, а потом вернемся в отель. Пока я иду туда, хочу вам показать горы, хотя я уже подошел. Вот такие здесь горы, очень красивые. На самом деле очень круто. Ладно, пойдемте быстренько посмотрим сладости, которые у них есть. Здравствуйте. Здравствуйте, друг. Как сладости дела? Есть. А можно с камерой? Да, можно, да. Можно, да? Я тебе угощу еще. Угостите? Да, я тебе угощу настоящий турецкий Рафаэлло наша. Ух ты ж. Держи, давай. Спасибо большое. Пожалуйста, вот так выглядит рахат лукум. Это рахат лукум наш турецкий. Очень вкусно. Вкусно, да? Да. Угу, супер. Это на развес настоящих сладостей. Вот, ребят, собственно, мы приходим уже к отелю моему. Закупил все сладости и пока что только на $30. Мне положили 2,5 килограмма рахат-лукума. Вот. Сейчас будем смотреть, буду показывать вам отель. Далее пройдемся по территории, и вы посмотрите наш такой небольшой отдых. Я думаю, здесь можно под музычку. Поехали. Ну вот, собственно, ребят, как-то так. Сейчас я возвращаюсь к себе в номер. Не могу всех передать тех эмоций, что мы получили. Почему? Потому что Турция сейчас... В Турцию лететь не сезон, именно зимой. Потому что тут в море особо не покупаешься, но мы купались. Но оно холодное, действительно холодное. Вот, не особо не позагораешь. Даже если солнце есть, все равно 20-19 градусов, этого мало. Поэтому мы здесь тупо отдыхали в отеле, купались в бассейне закрытом, купались в открытом, кушали, пили, спали. На этом все. Я хочу сказать большое спасибо компании Mars Travel, которая предоставила нам путевки. Отдых прошел замечательным, запоминающим, с весельем. Все ссылки на Mars Travel будут в описании, если вы хотите куда-то полететь дешево и... Ну, даже не то, что дешево, качественно. В общем, для вас подберут любой курс, любую путевку. Если вы не хотите сами искать, вы можете просто написать менеджеру, который на почте вам предоставит все варианты. По ценникам, по качеству, по тому подобному, подбор. Поэтому я очень благодарен компании Mars Travel еще раз. Если же вам интересно, почему мы сменили уже третий отель, то подписывайтесь. Следующее видео уже будет об этом. На этом у меня пока что все.
Я думаю, чуть больше мы еще здесь заснимем под музыку, как мы едем в аэропорт, как мы взлетаем. На этом закончим. Ну все, всем спасибо, всем пока.